от меня. Ты думаешь, я буду ждать? Ты думаешь, я... На тебе вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Марсик, ты серьезный боец. Вот так тебе, на. Еще. Получай. Опа-па-па-па-па-па. Давай, давай, еще чуть-чуть. Марсик, а как тебе супер удар мой? Опа. Марсик, готовься. Огонь. Отлично. Все просто супер. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра. И сегодня мы будем играть вот такую вот замечательную игру под названием Smash Supreme. Ну что ж, давайте в бой. Посмотрим, на что способен наш супергерой. Так, против кого же мы будем драться? Опа, 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 девчоночка! Так, я Юрий против Мия. Ну что ж, Мия, готова получать по щам? Или не готова? Я же надеру тебе задницу быстро. Так, ладненько. Поехали. Что-то она там нам рассказывает по-английскому, но я не понимаю. Ох ты ж! Это что было-то? Это что такое было? Это был ее такой суперудар, что ли? Я не понял. Ты что делаешь со мной, а? Сейчас я тебе покажу вот так вот. Не ожидала ты. Ах ты ж. Иди сюда, я тебе... А ну подходи, подходи, подходи. Ребята, что это такое? Два удара и нам... На тебе, на тебе, на тебе. Опа, супер удар, ребята. Тут... Получай! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот это что здесь происходит, ребята? Что здесь реально происходит? Кто не знает, что здесь на самом деле... Так, тихо-тихо-тихо. Пока мы не можем драться. Пока у нас не загружатся наши... А, ребята, защита кончилась. Тихо-тихо. Подходим, подходим, подходим. Удар. Да, ребята, нокаут. И мы положили Мию. Отлично. Прикольная такая игруха. Один... Подписчик хорошенький посоветовал поиграть. Говорит, Юра, поиграй в эту игру, очень она уж замечательная. Да без проблем, вот я скачал и поиграю для вас, ребятки. Так, ну что ж, погнали дальше. Так, раунд 2, готовы? Опа. Вот так вот, вот так, получай. Получай, получай, получай. Получай по заслугам. На тебе супер удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел. Получай. Ого, ребята. Мы просто ее уничтожили. Так, на, получай еще. Ох, ребята. Отлично, перфект. Она ни разу нас не ударила во втором раунде. И мы просто-напросто ее победили. Отлично. Так, а что это мы получили здесь? Так, а получили мы такую штучку. Какую-то ящичек, который мы можем открыть. И, наверное, получить в нем... какие-то штуки, да? Ага, там надо ждать 2 минуты. Давайте в бой. Ладно, поехали в бой. Так, у нас уже открыты... Или это? Что я что-то не понял. Вот это вроде бы не светилось у нас. Так, ну стоит помнить, что это тестовая версия игры. Так что здесь могут быть какие-то приколы, какие-то лаги, какие-то... Штучки. Ладно, в бой, поехали. Smash Supreme. Так, ну против кого мы сейчас будем драться? А, против тебя, Негритоша. Хорошо. Так, звать его Марс. Марсик. Юра против Марсика. Так, ну что ж, Марсик, готов получать? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, она получает меня. Ты думаешь, я буду ждать? Ты думаешь, я... На тебе вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Марсик, ты серьезный боец. Вот так тебе, на. Еще. Получай. Опа-па-па-па-па-па. Давай, давай, еще чуть-чуть. Марсик, а как тебе супер удар мой? Опа. Марсик, готовься. Огонь. Отлично. Все просто супер. Хоп, а вот так вот. Ох, отлично, ребята, мы его в нокаут. Мы именно его только что так отлично победили. Просто супер. Так, раунд 2, да? Я так понял, второй. Ой-ой-ой-ой, надавал мне по щам. Давай, давай, вперед, пошел, пошел.
Давай мы пустим ему огняшку в лицо. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Получай, получай, получай. Так, где моя защита? На, давай, супер удар. Ой-ой-ой-ой-ой. На, тут все. На, и второй. Все, ребята. Нокаут. Ура, мы победили этого негритосика, который нас хотел уничтожить. Мы просто его сбили с ног. Так, victory. Победа. Ну что ж. Что у нас дальше? Так, через 13 секунд. Так, через 15 минут мы можем открыть следующий. А через 8 секунд мы можем открыть вот этот мешочек с какими-то прибамбасами. Так, здесь что мы можем сделать? Это у нас открылись настройки. Это у нас открылись настройки, а тут настройки чего? Настройки непонятно чего. Можно что-то купить, наверное, или одеть. Так, маску одеть можно. Так, это у нас магазин. Это у нас какая-то штучка. Ладненько. Что у нас дальше? Тут пока еще недоступно ничего. Тут пока еще недоступно. Head. И, ну, короче, в общем. Ладно, давайте выйдем. Все, давайте откроем наш ящик. Посмотрим, что у нас здесь хранится в середине, в общем. Давай, давай, только не зависай. Пожалуйста, да, такая игрушка может зависнуть. Не стоит забывать, что это бета-версия игры. Она неполноценная, так что... В общем, давайте в бой, и потому что могут быть проблемы опять. Так, ну что ж, кто у нас следующий? Ребята, я против Рок-Бая, я одинаковый. Ребята, посмотрите, это мой брат-близнец. Вот это прикол. А ну-ка, иди сюда, я не понял. Ты что? Тебе что, мало наваляли? Я не понял. Откуда ты берешься? Откуда? Ай-яй-яй-яй. Вставай, вставай, давай, пускай. Вот так вот, на. Ребята, он меня победил. Вы видели, на начале он хотел победить меня. Нет, нет, не получил. У него такие же приемы, как и у меня. Это мой брат-близнец или это какой-то робот? Я запутался, где я? Я не понимаю, где я. Ай. Все, ребята. Походу, меня замочили. Как так-то меня замочили? Давайте дальше. Погнали, погнали, погнали. Раунд 2, я должен обязательно выиграть у него. Я обязательно должен у него победить. На, получи. На тебя, а как тебе мой суперудар? Где мои суперудары делись, ребятки? Я не могу найти свой суперудар. Да, уже сложность пошла конкретная. Только не убивай меня, пожалуйста, я тебя прошу. Наверное, он все-таки меня убьет. На, получай. На, вот так вот. На, 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 получай. На, тебе вот такой огонь. Вот так вот. На. Все, ребята. Не успели мы ничего сделать. Он просто нас уничтожил. Вы проиграли, написано. Жмем ОК. Так, для того, чтобы победить нам его, нам надо что? Надеть повязку. Давайте наденем повязку. Так, дальше что? Повязки мы... Там через 15 минут. Здесь вот этот боксик мы открываем. И получаем плюс 20. Ой, новые удары, ребята. Все, и таким образом мы можем теперь победить самого себя. Я так думаю. Или кто там у нас на очереди? Уже, наверное, может другой боец. Сейчас посмотрим. Нет, ребята, здесь до сих пор он ждет меня. Так, Рокби, ну что, готовы? Пошел, пошел. А почему я не могу ударить? На. На. Эй.
супер удар. Получай, получай. Что он сам начал у меня ходить? Буквально сам. Тобой. Да ну что ж такое? Опять я проиграл. Да сколько ж можно, а? Сколько можно-то, а? Поехали по новой. Давай, давай, давай. Опа. Отлично. Ух, так, так, Рогби. Рогби, я тебе... Ого, нет, мы поставим защиту. Опа, получай, я тебе супер удар дам. Оп, пошел, 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 пошел. Бабах, отлично. На тебе... Ой-ой-ой, тихо, тихо, тише, тише, на тебе по ноге. На, шарик получай. Ты что думаешь, что я не выиграю тебя? Я легко тебя... На, еще. Вот так вот. Отлично, ребята, во втором раунде мы дали все-таки по щам Рогби. И я думаю, мы продолжим. Так, самое главное в третьем раунде победить. Это последний все-таки как бы раунд. И его надо использовать на всю катушку. Получи. Получи, Рогби. А супер удар не ожидал. О, пошел. На тебе еще раз, чтобы ты знал, как ко мне лезть. Чтобы больше я такого не видел вообще, что ты ко мне лезешь. А из своей солнышки будешь пускать где-то в другом месте, понял? На тебе. На. Все, ребята, мы дали. Юра победил. Ура! Так, Рогби мы уже оставили позади. Кто у нас на очереди следующий? Все, отлично, ребяточки. Все, Виктори, победа. Супер. Так, кто у нас следующий? А следующий у нас... Кто? Так, там 15 минут, там 3 часа, чтобы открыть эту штуку. Так, ну да, это понятно. Бета-версия игры, это... В принципе, я так и думал, что так и будет. Так, ну что ж, ребята. Давайте в бой, пойдем в бой, посмотрим, против кого мы будем сейчас драться. Это опять... Это Вильям. Он похож тоже на меня, ребят. Посмотрите на него. Так, ну что ж. Что ж, Вильям. Ах ты ж. На, Вильям, получи. Получи. Вот так вот. Ты не ожидал, Вильям, а? Что я сделаю такой прием. Или вот такой вот. А вот так вот. А ну иди сюда. Иди сюда. Вау. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда. На тебе приемчик такой. Так, на, получи, 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 получи. Как так-то? Вильям меня просто хочет уничтожить, но мы не сдаемся. Ай, все, Вильям меня ударил и в нокаут отправил меня. Все, я улетел в нокаут, ребяточки. Я улетел в нокаут. Что же дальше делать? Так, готов. Второй, пошел, пошел. Ох, ты такой, не дает прям ударить меня. Я не хочу, не хочу, не хочу. Я хочу ударить тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты так? Как ты так? Я тоже хочу. Я тоже хочу ударить. Дайте мне ударить, пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. Ой, на, получи. Получи такую штуку. Ох. Ребята, вы видели, мы одинаково ударили магией. Ох ты ж, на. Да, против Вильяма не попрешь уже. О, да, все. Туф. Все, ребяточки, победил он меня. Победил. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте видео. И до скорой встречи.